Вся страна в эту пятницу отмечала национальный праздник – День Республики. После долгих лет забвения праздничную дату решил вернуть президент, выступающий во время первого заседания Курултая в июле 2022-го. И вот третий год, 25 октября, в казахстанском праздничном календаре снова отмечено красным. Касым-Жомарт Токаев, поздравляя соотечественников с важнейшей даты, отметил вклад каждого казахстанца в преодолении самых сложных вызовов и масштабных преобразованиях. 34 года назад, 25 октября, была принята декларация о государственном суверенитете, что знаменует собой начало священной независимости республики, отметил президент во время торжественной церемонии поднятия государственного флага. Предлагаю вам посмотреть на яркое начало церемонии перед парадным входом. Аккорды. Кадам бас! Президент отметил, что День Республики – это величественный праздник, назвав его олицетворением суверенитета Казахстана и символом возрождения многовековой государственности. Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, закон и порядок в обществе, трудолюбие и профессионализм граждан выступают надежной опорой и главной движущей силой проводимых реформ. Во время церемонии поднятия государственного флага президент лично дал команду роте почетного караула возвысить небесно-голубой стяг. Казахстан Республикасының мемлекеттік туы көтерілсін. Оригинальный экземпляр декларации о государственном суверенитете, подписанной в Алматы 25 октября 1990 года, сегодня хранится в Центральном государственном архиве Республики Казахстан. Документ обозначил исторический выбор страны, закрепил неделимость и неприкосновенность нашей территории, гарантии прав и свобод граждан. То есть без этой декларации не было бы того Казахстана, который есть сейчас.